шарик Лол, единорожек. Такой необычный, мы такого еще не видели. И купили вот такой шарик Лол, чтобы посмотреть, что же там за сюрприз. Первый слой открылся очень уже быстро. Да, но в нем ничего нету. Под ним ничего? Тоже нету. Вот это как-то здесь очень... Надо пойти взять, наверное, чем открывать, или ты будешь так открывать? О, блестящие ботиночки! Сейчас открою. Покажи ближе. Такие вот ботиночки. Такие ботиночки блестящие. Ой, какая прелесть! Так, следующий слой снимаем. Это последний слой. Ну, конечно, наверное, не оригинал. Мы так думаем. Но очень интересно. Другой пакетик чего-то. Еще один пакетик. Правда, другой. Другого цвета. Ну, единорог радужный, поэтому пакетики, наверное, тоже радужные. То был пакетик какой? Голубенький, а это? Вот такая бутылочка. С блесточками. Очень красивая бутылочка, мягенькая такая. Тут еще... Правда, вот блесточки остаются на руках, по-моему, да? И так вроде бы качественно, хорошо сделано. Неплохая. Да. Сейчас откроем вот этот верх. Желтый пакетик. Все разные пакетики. Так интересно, что там? Был сначала какой пакетик, Дарина? Белый. Голубой. Белый. Беленький? А, да. Беленький, потом беленький, розовый. Розовый, а теперь желтенький. Что там может быть в этом пакетике? Надо это разрезать. А, вот. Так запечатаны. И причем очень хорошие вот пакетики. Такая вот юбочка. Там еще одна. И тоже блестящая. И вот такая красивая кофточка. И кофточка. Красивый наряд такой. Да. Очень блестящий, очень красивый. А сейчас мы продолжим. Горячая хлопушка. Ага, конфетти. Да. Тут вот такие вот наклеечки. Наклеечек всяких. Ну, показывайте, что дальше самое интересное. Еще зеленый пакетик, а ну да, покажи. Вот пакетик. Все разные пакетики, такие красивые. Да. Вот а ну покажи, вот. Какие там пакетики. Смотри, какие разные. Белый, красный, желтый. Все в разных пакетиках. Да. Такой вот. Пакетик. А следующий будет голубой. Следующий пакетик голубой. Ой, какой красивый пакетик. Да. Такой блестящий. Корона у тебя тоже блестит. Просто все блестит. Да, ну давай показывай дальше. Следующий такой вот пакетик. Тоже классный пакетик. И там уже куколка? Да. Ну, давай посмотрим. Разрываем. Что там такое?
Интересно, что хоть нет саморезов вот этих вот, и так она очень ничего. Да. Коллекции такой куколки еще нет, да? Такая красивая кукла. Какая она яркая, в ботиночках. А обруч как ты так одела? Давай попробуем по-другому. Давай. Мне же кажется, вот это кукла. Коллекционная попалась, да? Точно. Смотри. Кукла точно как на картинке. Да. Из этой коллекции. Немножко, правда, а может быть, даже одежда и та же. Ну, так, желтая кофточка. Синяя здесь голубая, у нас больше синяя. А так все похоже, да? Да. Вот, смотрю, там разные куклы еще на картинке. Да. Может быть, еще какие-то единорожки. Надо смотреть еще эту серию. Но, к сожалению, мы забрали последнюю, да? Да. Последнюю, если было бы еще, мы бы купили еще такой шарик.